Привет, ребята, с вами Саня на канале Мисс Саня, и сегодня мы гуляем с Саней. Саня, привет всем, друзья. Ну что, расскажи, Саня, где ты всю неделю пропадала? В лагере. Давай быстренько рассказывай, как тебе в лагере, Саня? Очень классно было. Да. Но второе, были очень хорошие тренеры. Подожди, у тебя что-то тут прилипло. Да. Тренеры, и да. Короче, мы вышли с Аней. Ну хорошо, мы, наверное, сделаем отдельный про лагерь ролик. А пока давай, мы вышли со своей питомницей погулять, и мы хотим вам показать, какая красота тут, какое лето тут у нас. Мы идем, знаете куда? Иди к нам. Мы идем, короче, в поле, где рожь уже совсем-совсем уже сейчас будет, уже совсем почти... Почти уже будут ее снимать уже, потому что, видите, жаркое лето, урожай скоро все будет снимать, все созревает. А тут еще, видите, если слышно, как красиво из кузнечики играют, да? Идем, Сага. Короче, у нас такое лето сегодня, и вообще такая погода суперская. И мы, наверное, еще не будем показывать, мы уже приобрели сани из Лондона. Ну хорошо. Давай, не будем сейчас. Про школу еще не будем, да? Нет. Ну давай, пока насладимся. Я вот тут в кармане имею. Ну покажем сейчас, Саня. Давай, идем понемножку. Я буду тебя снимать. Ты иди, я буду тебя снимать. Я ее задрессировала. Мы, короче, нет, Саня ее дрессирует. У Сани в кармашке есть такие вкусняшки. И вы не представляете, если вы видите, она уже, видите, не привязана. Вот я в руках несу ее. Ободок, да, Саня, как это? Поводок. Поводок. Ну вот. Мы ее, видите, уже до какого левела допустили, что она у нас вот какая теперь умничка. Она идет с нами. Так что... Вот так, друзья. Ну, такое лето сегодня красивое. Ну, как вам не показать? Ну, это, наверное, даже красивее, чем Балтийское море. Вот мы уже подходим к полю. Смотри. Ну-ка, давай. Молодец, Сага, молодец. Умничка. Ну, давай немножко, да? Немножко она, наверное, устала, Саня? Нет. Ну давай, идем тогда понемножку дальше. Ну, Аина, идем. Я по-литовски говорю, да. Потому что я так думаю, что она по-русски ничего не понимает. А хотя и даже не знаю. Это надо Элиди, наверное, спросить, как собаки. Она там лучше это знает, да? Если они все эти языки. Интонацию, может, они чувствуют человеческую. Вот если ты кричишь, и совсем, может, нету никакого этого, знаешь. Тут, если видите, в поле есть такая женщина, это поля ее, везде. Вот это рожь, вот это все ее. Ее зовут Янина, эту женщину, а вот эти вот, как это, пугало, да? Я делаю нехорошо, но и мне... Саня, вот посмотрите, видите, какие они страшные, как из фильмов ужасов. Смотри. Ой. Ну-ка, это что такое у нас? Это что-то такое. Ропика. Репка, что ли, да? Ну вот, вот, смотрите, это красивое золотистое поле. Ну-ка, давайте я вам сейчас. Сани, где-то мы тут с Аней вчера фотографировались. Да, я знаю, где. Вот наше место, Саня. Нет, вот. Давай я покажу. Смотрите, как она уже красиво созревает. Саня, пойдешь сюда? Ну, давай. Вот наше место. Вот, да, Саня тут легла так красиво. Давай. Нет, я не хочу не съесть. Без этих, да, штанишек? Боишься, что потом... Пошли, быстрей! Она не пойдет никуда без нас. Ну, давай, Сага, пошли. Пошли. Давай, я еще покажу. Давай. Сага. Молодец, красавица, умничка. Сага, какая ты умница. Не. Молодец.
Ну вот, привет, может, с такими приключениями мы понемножку идем, гуляем. У нас вечер уже, кстати, да, сегодня уже вечер, уже где-то 8 часов. Но видите, солнышко еще как. Ой, как высоко солнышко. Вот. Ну вот, а тут везде-везде поля. Красиво, да, невозможности. Смотри, я расколола. Ну-ка, хлеб, да? Вот из этих семечек Саня делает хлеб. Ну, куда пойдем? Пойдем еще, девочки, гулять? Давай пойдем. Давай, Сага, Сага, пошли. Сага, Сага. Вот так вот сделаем кружочек и вернемся. Ага, как ты думаешь? Нет? Идем, 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 Саг. Идем. Молодец, молодец. Умничка. Нет, не хочет? I get a Saga. Тут вчера много было очень этих воздушных шаров, а она очень-очень их боится. Я только не знаю, почему. Вот этот звук, что издают они, знаете, от газа, да? Вот такой пфф-пфф. Вот она этого очень звука боится. И вот она все время смотрит в небо теперь. Все время смотрит в небо. Привет, друг. Привет, наш друг. Привет. Айна. Куда пойдешь? Туда пойдешь? Куда? Подожди, смотри. Подожди, Сага. Сага, Сага. Смотри. Она там глазки не поцарапает, Саня. Сейчас вылезет откуда-то. Молодцы, девчонки. Ну, пробуем идти, Саня. Давай. Она, видно, уже устала. Да? Может, так что, домой назад? Может, сядем где-то. Давай. Где-то на траву. Да? А если мы вот туда, было бы хорошо. Ну, она, видишь, уже все сама идет домой. Почему-то. Ну, устала, наверное, жарко, да? Старенькая, никто не знает даже, сколько ей лет. Одни люди говорят, что 15, другие говорят, что 20. И никто не знает, вы представляете? А мы с Аней когда-то к ветеринару с ней ходили. Ветеринар тоже сказал, что она старенькая уже совсем. По зубам, да, Саня определил ветеринар? Так вот, у нас сегодня жарко. Очень жарко. У нас такая сегодня, мы прогуливаемся. Видите, наш, мы живем в каком месте красивом. У нас тут поля, и кажется, как в деревне. Но хотя тут не деревня, а город совсем рядом. Я очень рада поэтому, потому что у нас воздух тут хороший очень. Но не всегда. Ну, зимой, да, бывает. Люди, тут есть такие дома, что очень плохо они тут отапливают. Которые вот новостройки, вот тут люди, да, все чистенько, хорошо, уютно. Не у всех, не у всех. Да, не у всех. А ты говорила, что у нас эти ведут? Ну, я еще про это не рассказывала, как-то я не знаю технически эти вопросы. Кстати, вот и опять воздушные шары, видишь там? Один. Сейчас начнут они летать, потому что мы вчера и ходили немножко попозже. Два. Угу, вот два. Давайте я вам покажу сейчас, чтобы вы поняли, о чем я только что вам рассказывала. Вот, видите, где они? Вот там. Вот поэтому наша вот эта вот бедолага, она их боится. Ну что, Саня, давай скажи всем тогда спасибо вам за внимание, да? Да. Хорошего лета вам, как ставьте всегда. Лайки, подписывайтесь. И не забывайте, пока. Мисани. Пока-пока. Не забывайте. Пока-пока. Пока-пока.